Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универ ТВ». Мы будем с вами сегодня говорить о постепенном, но неуклонном преображении больницы университетской клиники Казанского федерального университета. А начнем мы с больницы, расположенной вот по улице Ершова, дом 2. Коснемся также научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, что расположено в здании на улице Волкова, 18. Также мы вам расскажем о Всероссийском образовательном форуме «Интенсиве Остров-1022» для более чем 100 университетов страны. Команда Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым принимала активное участие в программе образовательного форума. И сегодня мы уже можем с полным удовлетворением говорить о первых шагах глобального космического проекта «Спектр-рентген-гамма». Казанский федеральный университет принимает участие в этом проекте в качестве наземной поддержки проводимых исследований. Университетская клиника Казанского федерального университета образовалась в 2015 году. В состав клиники Казанского университета вошли действующие со своим прикрепленным населением больницы. И здесь важно отметить политическое волевое решение президента Татарстана, председателя попечительского совета КФУ Рустама Миниханова о передаче этих объектов в ведение университета. Практически сразу же после вхождения в состав университета на базе объектов университетской клиники начались масштабные инфраструктурные изменения. Закупалось новое оборудование, начинались ремонтно-строительные работы, поскольку все эти годы объекты серьезно обветшали и уже давно перестали соответствовать современным требованиям. Говоря о современных требованиях, необходимо очень серьезное уточнение. Сейчас мы с вами говорим не о требованиях к объектам, действующим в рамках предписаний и инструкций системы здравоохранения, а речь скорее идет о научно-исследовательских проектах. Мы говорим о научно-исследовательской клинике, где проходят и будут проходить научно-исследовательские проекты, выходящие далеко за рамки стандартов системы здравоохранения. Система здравоохранения весьма консервативна. Она не дает права на эксперимент, и это правильно. Любой эксперимент связан с риском для жизни пациентов. В то же время без экспериментов невозможен прогресс в терапии многих сложных болезней, связанных, скажем, с сердечно-сосудистой хирургией, онкологией и так далее. Возникает некий тупик, противоречие, мешающее оперативному внедрению в новых прорывных технологий в медицине. В Казанском федеральном университете на конференции по постгеному были некоторые зарубежные специалисты, утверждающие, что рак можно победить, но проблема в том, что врачи, находящиеся в рамках тисков существующего здравоохранения, не способны на сегодня эти знания использовать на практике. Так это или нет, что называется, судить не мне, но одно очевидно бесспорно. Нужно право на эксперимент, которое при удачном исходе должно подарить технологию, которая уже в рамках существующего стандарта здравоохранения даст шанс страждущим на продолжение жизни и восстановление здоровья. В свое время, когда ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров объявил о том, что в рамках Казанского университета будет вновь возрождено медицинское направление, было очень много негативного шума в прессе и социальных сетях. Существовало непонимание того, что речь идет не просто о подготовке стандартных врачей, чем уже успешно занимается Казанский государственный медицинский университет, а целью является нечто совсем другое – подготовка врачей-ученых, врачей-исследователей, специалистов нового типа, которых на сегодня не то что не хватает, а их просто не существует. Но вернемся все же к объектам, которые сегодня работают в рамках существующего здравоохранения. Поговорим о той модернизации, которую проводит Казанский федеральный университет, чтобы вывести больницу, скажем, на улице Ершова, на тот же самый желаемый современный уровень университетской клиники. Вот уже в течение 3 лет университет ведет строительно-ремонтные работы и модернизацию оборудования, не прерывая при этом текущие работы больницы по приему больных. Что, кстати говоря, не очень удобно для больных, но остановить текущую работу учреждения просто невозможно. Отметим тот важный факт, что все это делается за счет средств самого университета. Мы также вам расскажем о недалеком будущем суперсовременной модернизации научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, что расположено в здании на улице Волкова, 18.
4 года назад в Казанском федеральном университете была создана университетская клиника, что дало мощный толчок к развитию клинической медицины и медицинской науки в регионе. Перед коллективом университетской клиники ректор КФУ Ильшат Гафуров подробно описал причины и обосновал необходимость ее создания. Об этом мы мечтали давно, поскольку любой классический университет не может быть конкурентоспособным, не имея медицинского образования. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов в ранге председателя попечительского совета КФУ сыграл огромную роль в передаче республиканских медицинских учреждений в состав университета при создании клиники. Фундаментами ее стали 3 учреждения здравоохранения республики: Республиканская клиническая больница номер 2, городская больница скорой медицинской помощи номер 2 и городская поликлиника номер 2. Казалось бы, сами по себе они полноценно функционировали, хотя не были оснащены современным оборудованием. Однако после слияния с КФУ перед ними открылись совсем другие возможности. Отметим, что переданные университету медицинские учреждения нуждались в капитальном ремонте и модернизации инфраструктуры. Так, здание, в котором ранее располагалась городская больница скорой медицинской помощи по адресу Ершова, 2, сейчас находится на финальной стадии ремонта. На сегодняшний день здесь полностью отремонтированы 3 отделения – хирургическое, гинекологическое и отделение гемодиализа. Мы вначале открыли ядро, это хирургическое отделение, то есть нужно было сделать так, чтобы людям оказывалась помощь, чтобы они выживали. Потом стал вопрос, в каких условиях они долечиваются, да? И, соответственно, понадобилась реконструкция всех палат, где пациенты находятся до оказания услуг необходимых и после оказания операции в связи с их долечением здесь. Открытию отделения предшествовала большая работа, которая началась в больнице еще в 2016 году, с момента присоединения КФУ 3 медицинских учреждений. Медицинский кластер пережил серию ремонтных и реставрационных работ. Несмотря на то, что в здании ведется ремонт, клиника не прекращает принимать пациентов. Работа подразделений здесь не останавливается ни на минуту. Логистика проведения работ такова, что все необходимые для ремонта этапы проводятся так, чтобы в клинике не было прерывов в плановых операциях и приеме больных. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров лично курировал все ремонтные работы в зданиях университетской клиники. Обращаясь к строителям, он в первую очередь акцентировал внимание на необходимость создания условий для приема пациентов и уже после этого на скрытые или технические работы по обеспечению инфраструктуры. Мы не можем остановить работу больницы, поэтому мы проводим ремонт поэтапно. В отделении сначала ремонтируется одна часть, отделение делится по осевой линии на 2 части. Одна часть полностью зашивается, обеспечивается герметичность перегородок, проходят ремонтные работы. После этого отделение переселяется на отремонтированную сторону, проводится ремонт другой стороны, точно так же с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм и правил. И далее на короткое время мы перераспределяем пациентов по другим отделениям. Здесь изменен не только внутренний облик и оснащение больницы, но и подход к лечению пациентов. В одном месте можно получить неотложную помощь, пройти обследование и, уже имея на руках диагноз, в случае необходимости сразу отправиться на лечение в стационар. Вы, наверное, уже прошли и видите, какие средства выделены, вложены федеральным университетом для того, чтобы обеспечить, во-первых, службу неотложной помощи, доступность и качество работы. Это все делается для пациентов, для наших, чтобы они действительно чувствовали себя здесь в более лучших условиях, и что влияет на их выздоровление и быструю выписку. Университетская клиника располагает современной техникой для лечения больных. Здесь представлено новейшее эндоскопическое оборудование, которое позволяет выявить предраковые заболевания на ранней стадии. Сегодня огромное количество врачей из разных клиник присылают свое резюме, они хотят здесь работать на этом оборудовании, в этих условиях. Здесь поставлено лучшее оборудование эндоскопическое, и мы будем активно развивать и уже развиваем эндоскопическое направление в медицине. Соответственно, здесь поставлено прекрасное оборудование операционное, здесь прекрасные поставлены аппаратура клинико-лабораторной диагностики, то есть всего не перечислишь, но это современная, хорошо оснащенная клиника. Наверное, лучшая на сегодняшний день техническая база, которая есть в городе Казани. Помимо лечения пациентов, университетская клиника является базой для учащихся Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Поэтому часть помещений в обновленном здании была выделена для обучения студентов. Комплекс университетской клиники, он получается как бы заточен на 2 задачи. Первая задача – это то, что называется teaching hospital. И вы уже задавали вопрос о том, что здесь будут студенты, здесь будет образование. И Сергей Альбертович, и Шадравкадыч отмечали, что здесь самые новые технологии.
То есть это технологии малоинвазивные, и второе, так сказать, это так называемые технологии фаст-трак, когда быстро оказывается помощь. И студенты, и ординаторы, потому что в Казанском федеральном университете сейчас есть подготовка по 6 специальностям врачей, и плюс уже сейчас набор идет на 31 специальность ординаторов, а вообще у нас будет 53, плюс аспирантура, то есть все это будет проходить здесь. Но проводить всевозможные исследования в рамках стационара практически невозможно. Для этого в 2019 году были начаты работы по перепрофилированию помещений корпуса на улице Волкова, 18, под научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Предполагается, что центр станет связующим звеном между исследовательской и клинической частями вуза для наиболее эффективного трансфера. То есть у нас все-таки клиника – это выполняет несколько функций. Прежде всего, это клиника, которая лечит, да, и оказывает услуги населению. Второй момент, как Андрей Павлович сказал, это образовательный центр. Причем вначале студенты тренируются в симуляционном центре. Да. Дальше у нас есть операционная, где проводятся все необходимые манипуляции с животными, а дальше переходят на площадку клиники. Второй или третий уже сегмент – это научно-исследовательский, который будет полностью сконцентрирован на площадке наших лабораторных кампусов. Это и Парижские коммуны, и вот рядом у нас учебный лабораторный корпус. И, конечно же, то, о чем сейчас Андрей Павлович сказал, я думаю, открытие произойдет где-то в сентябре месяце, это на Волково. Там сегодня ряд лабораторий наших уже работают, как бы в научно-исследовательском направлении. А то, что связано с пациентами, я думаю, где-то к сентябрю месяца вы станете свидетелями открытия и этого нашего подразделения. С 10 по 22 июля этого года проходил образовательный форум «Интенсив», где собрались более 100 университетов России, с общей численностью принявших участие в мероприятии более 1500 человек. Вообще это уникальное событие – собрать всех вместе, представителей власти и университетов, и провести интенсив «Мозговой штурм» о дальнейшем развитии высшего образования и науки в России. И не только науки, ведь речь, по сути, идет о будущем России как таковом. Команду Казанского федерального университета возглавил ректор Ильшат Гафуров. Что это было? Чем оно полезно для университетов? Расскажут об этом сами участники событий. С 10 по 22 июля 2019 года в Сколковском институте науки и технологий в Москве прошел второй образовательный интенсив «Остров 1022». Ставилась цель создания и развития команд региональных университетов, которые могли бы реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития России. С организаторами программы выступили Университет НТИ 2035, Министерство науки и высшего образования, Сколковский институт науки и технологий, российская венчурная компания РБК, Агентство стратегических инициатив, организаторы глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch. Команду Казанского федерального университета возглавил ректор Ильшат Гафуров. Это грандиозное мероприятие. За всю мою жизнь я не слышал, чтобы в таком количестве на такое время собрали ректоров ведущих образовательных учреждений, чтобы был такой интенсивный тренинг. То есть, представляете, участвовало 100 вузовских команд, и от каждого университета присутствовало минимум от 9 до 12 человек. И порядка 300-400 человек – это были ведущие спикеры, ведущие специалисты в области проектного управления, видения будущего, системного анализа, методологии и так далее, которые рассказывали о будущем. Среди спикеров были такие известные люди, как, например, ректор Вышки, ректор Ранхикса, Чубайс, это Дворкович, то есть, и они делились и своим опытом, и своим видением, как будет развиваться общество и какие требования ставят к университету. Самое главное, вы знаете, что не хватает, мы имеется в виду университет, я имел в виду, мы работаем, в какой-то режиме текучки, нет времени, чтобы остановиться и пообщаться по горизонтали с коллегами, что их волнует, какие проблемы и какие системные есть сложности в развитии российского образования. Очень важно, что было много министров. Это и министр образования, сам Бог велел,
Ну и все его замминистры практически, руководители департаментов по тематическим секциям были. Также министр информационного развития, советники президентов. То есть здесь эстеблишмент был представлен очень достойно. Мы получили, во-первых, видение, кто как развивается. Очень много опыта, очень много хорошего методического материала. И что было очень приятно, вот мне повезло, я с Ильшат Равкачем работал в одной группе. То есть после этого по образованию, по инновациям, по науке, по инфраструктуре, по управлению министр специально встретился, и были сделаны презентации относительно видения, какие проблемы существуют и как их нужно решать. Ну и хочу сказать, подробно все обсудили, я очень надеюсь, что будут серьезные подвижки. Было очень интенсивно, практически с 6.40 до 12 часов, то есть это очень вымотало, у нас даже ряд коллег серьезно заболели. То есть это не такое праздничное мероприятие там или... Очень много было интересных тренингов относительно того, как устроено организационное проектирование, как проводить форсайт. Ну, привезли очень много материалов, и очень я рассчитываю, что вот те технологии, главное, тех ребят молодых, кстати, у нас одна из самых молодых была команд, мы попробуем запустить, сделать свой какой-то остров в университете для того, чтобы руководители структурных подразделений, их заместители могли вот прочувствовать, провалить это, повариться в этом и сделать хорошие рекомендации относительно новых драйверов, новых проектов развития в цифровую эпоху и для своего структурного подразделения, и для университета в целом. На острове практиковались различные подходы образовательного интенсива, которые максимально, насколько это было возможно в тех условиях, персонализировались к участникам проекта. Если учесть, что команды более чем из 100 вузов России принимали участие в работе острова, и общее число участников явно переваливало за 1500, то это весьма непростая задача. Разбивались на группы, но группы это были и университетские, и были смешанные группы, то есть вот по отраслям. То есть по науке, по инновациям, по образованию, по студенчеству, по рынкам, по принципам, по управлению, по инфраструктуре. И каждая группа, то есть она, ну скажем, в дискуссиях вырабатывала, ставила основные задачи, трудности. Ну и потом уже были, скажем так, межгрупповые взаимодействия для того, чтобы оставить вот самый значимый момент. Одно из моих личных наблюдений, именно благодаря тому, что процесс именно вот реализации образовательного интенсива был персонализирован, то есть мы проходили различного рода диагностику, мы выбирали сами те мастер-классы, лаборатории, практикумы, клубы, факультеты, которые хотели. Мотивация зашкаливала, то есть там не нужно было никого подпинывать, не нужно было никого заставлять заниматься, ну, просто потому, что наша образовательная траектория была максимально подобрана под каждого участника, заниматься очень хотелось. Мы там все, кого я спрашивал, спали не более 3 часов в день. В то же время все были очень энергичны, воодушевлены, занимались и, я считаю, достойно завершили там образовательный процесс. Что мне очень сильно произвело впечатление, что они очень комплексно подходят к решению каждой задачи. Я очень рассчитываю, что тоже вот при формировании нашей новой дорожной карты и новых принципов, то есть мы несколько расширимся, то есть не только будем смотреть проекты научно-образовательные, но также будем трансформировать и нашу среду, систему принятия решений, управления и инфраструктуру. Это совершенно уникальный формат, ничего такого вообще в России, в мире, на этой планете нет. Это очень интересно с точки зрения именно меня как организатора образовательного процесса, очень многие вещи мы у себя внедрим обязательно. Было очень интересно, как для 1500 участников были организованы индивидуальные траектории обучения, выбор треков. Это удивительно, но для более чем 1500 участников не было даже 2 одинаковых образовательных траекторий. Это то, к чему мы здесь стремимся у нас в ИТИСе. Я думаю, такой красной нитью, которая проходила через все мероприятие, была, конечно, цифровизация. Цифровизация образования, в данном случае цифровизация высшего образования, то, каким образом она трансформирует повседневные практики. И опыт студента внутри кампуса, внутри университета, то, как оно трансформирует компетенции, которые он должен обладать, преподаватель, то, как оно трансформирует управленческие модели внутри университета. Собственно, фактически все мероприятия так или иначе касались этой тематики.
Это и вопросы, связанные с педагогическим дизайном, то есть как необходимо выстраивать образовательные программы, чтобы мы могли оценить итог и результат, который получает обучающийся в рамках ее освоения. Это то, каким образом мы могли бы собирать данные о обучении студента и на основании этих данных принимать верные управленческие решения, доказательные решения. То есть не решения, связанные с интуитивными мнениями, с прежним опытом, а то, что подтверждается конкретными данными, конкретными свидетельствами. И это в целом, я думаю, модернизация, это влечет за собой и модернизацию инфраструктуры, это влечет за собой и совершенно трансформацию таких компетентностных моделей. То есть мы видим, что фактически цифровизация проникает во все предметные области, от естественных наук, от технологических направлений до гуманитарных направлений. Отдельные крупные секции были, например, посвящены Digital Humanities, то есть цифровым гуманитарным наукам. Таким образом, современные методы анализа, сбора и анализа больших данных используются для, собственно, подтверждения, для опровержения гипотез уже в рамках гуманитарных наук. Это действительно показывает широту как бы изменений, которые в настоящее время происходят в университете. Во-первых, наверное, главный мой вывод, что в области цифрового образования все идеи, в принципе-то, уже придуманы, и самое главное — их реализовать. И как бы кто реализовал, тот и показывает опыт. То есть преимущественно люди делятся не какими-то принципиально новыми идеями в сфере цифрового образования, а именно опытом, как они это сделали, это наиболее ценно. Безусловно, в рамках вот этого интенсива очень многое было посвящено методологическим подходам. Поскольку университеты очень разные, и очень сложно выработать какие-то универсальные методики, универсальные технологии, но важно, чтобы все пользовались единой методологией принятия решений. И вот эта методология, она очень хорошо ставилась в рамках так называемых клубов мышления. То есть это специальные тренинговые мероприятия, которые позволяли вставать в рефлексивную позицию и понимать то, как ты мыслишь, как ты принимаешь решения, какие данные, какую информацию ты для этого используешь, как ты коммуницируешь с людьми в команде для принятия решений. Я думаю, на самом деле это одно из наиболее ценных приобретений по итогам острова – это распространение единой методологии мышления и оценки текущей ситуации и планирования, прогнозирования. Но вот, на мой взгляд, хочу сказать, в области, уж я это не знаю, насколько это корректно, в области искусственного интеллекта, в области больших данных и сенсорики у нас есть явное конкурентное преимущество, которое вот наши физические школы, новые материалы, кстати, вот химические школы и математики, то есть вот там, где все это может выстрелить. Ну и применительно к новым рынкам, это вот HealthNet, медицину трансляционную, вот если мы правильно соберем пазл, у нас, мне кажется, еще раз говорю, есть хороший для этого шанс. Для себя мы нашли одну интересную идею и смогли уже ее оформить в виде такого проекта совместно с нашими партнерами. Это из Института проблем химической физики, на базе которого создан Центр компетенции НТИ в области мобильных источников энергии. Это Томский политехнический университет и Самарский государственный технический университет. Это проект по водородной энергетике. Для нашего направления, для направления, связанного с нефтегазом, энергетикой, это очень интересное направление. Для мира это тоже большая проблема, и мы решили для себя поставить такую амбициозную задачу, это как сделать первую в России водородную заправку. Надеемся, эта амбициозная цель будет реализована, и она появится в нашей стране и станет таким новым заделом реализации водородной энергетики. Казанский федеральный университет — это был университет, который приехал довольно с мощной командой. То есть у нас были в составе и директора, и департаментов, институтов, и ректор с нами присутствовал на протяжении довольно долгого времени, чего практически невозможно было увидеть в рамках других делегаций, потому что там, так скажем, ректора приезжали и, можно сказать, сразу уезжали. Он с нами же, ректор, пробовал на протяжении всего практически периода вот этого образовательного интенсива. Вот, с нами, так скажем, мы все вместе разрабатывали дорожную карту университета, и на самом деле, оценивая те проекты, которые предлагались, оценивая то, что предлагали другие университеты, я могу, как, так скажем, почти вчерашний студент, сказать о том, что у нас довольно высокий сам по себе уровень вот, того, как люди подготавливают, как презентуют, как, в принципе, работают над проектом. Важность проведенного форума подтверждает и тот факт, что 24 июля президент Владимир Путин выслушал на совещании доклад министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Катюкова, который рассказал о результатах прошедшего интенсива.
Ощутить себя в студенческой шкуре в сессионную пору довелось топ-менеджерам Казанского университета и директорам его ведущих институтов. На минувшей неделе завершился двухнедельный образовательный интенсив «Остров» на базе Сколковского института науки и технологий, собравший руководителей более 100 университетов и научно-образовательных центров страны. Приняла участие в мероприятии и команда Казанского университета во главе с его ректором Ильшатом Гафуровым. Впрочем, самое интересное было не в том, что солидные, вполне состоявшиеся мужи от науки испытали состояние искусственного стресса, в который их вгоняли ведущие интенсива в ходе ежедневных 15-часовых семинаров и игротехник. Самое интересное заключалось в целях, которые преследовали организаторы образовательного марафона. Цели, которые обозначают новый вектор государственной политики в сфере науки и высшего образования на ближайшие годы, а может быть и десятилетия. На языке плаката их можно сформулировать так. Хватит заниматься наукой ради науки, накапливать знания, которые остаются невостребованы в реальной экономике. Перевод в практическую область тех разработок, что генерирует отечественная наука, вот новая цель научно-образовательной политики страны. И те научные центры, которые смогут конвертировать свои знания в коммерческий продукт, востребованы не только на отечественном, но и мировом рынке, именно эти центры получат щедрую государственную поддержку в первую очередь. Собственно, задача сколковских мозгоправов заключалась в том, чтобы скорректировать мышление руководителей российских научных центров в сторону реализации цели новой госполитики. А корректировать есть что. Дело в том, что сколь привлекательной на языке плаката выглядит цель новой госполитики, столь же архисложно представляется ее реализация. Проблема даже не в отечественных научных центрах и их руководителях, которым предстоит предложить экономике новые разработки. Проблема самой экономики, деградировавшей отечественной экономики, субъектам которой проще и дешевле закупить готовую технологию или продукт в развитых странах, нежели вступать в коллаборации с местными учеными и разработчиками. Как преодолеть это 30-летнее параллельное, не пересекающееся, не подпитывающее друг друга существование отечественной науки и отечественной экономики? Вот над такими задачами бились в эти дни в Сколково. Впрочем, есть и хорошие новости. Тот, кто первый придумает и реализует эту смычку между наукой и производством, отыщет обоюдно выгодный алгоритм, тот и соберет все сливки, в том числе и в виде масштабного государственного финансирования. И шанс на то у Казанского университета есть. «13 июля стартовал долгожданный космический глобальный российско-германский проект. Состоялся запуск космической обсерватории «Спектр рентген гамма». Тяжелой ракетой «Протон» обсерватория была выведена в космос. Космический аппарат «Спектр рентген гамма» создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами Института космических исследований Российской академии наук и Института внеземной физики Германия. Телескоп установлен на космической платформе «Навигатор» НПО имени Лавочкина. Руководитель миссии «Спектр рентген гамма», академик, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Рашид Сюняев. Обсерватория будет проводить свои исследования в рентгеновском диапазоне. Надо сказать, что это уникальный проект. Намного более сложный, чем, скажем, строительство нового крупнейшего наземного телескопа, даже такого распиаренного на весь мир, как телескоп «Хаббл». Все управление и устранение неполадок в космической обсерватории ведется дистанционно. В космос не пошлешь оперативно-условную и скорую помощь. А значит, при подготовке такого проекта не раз и не два, а тысячи раз проверяются все приборы. Прогнозируются нестандартные ситуации с возможностью дистанционного их решения. К тому же данная обсерватория работает в рентгеновском диапазоне, и для исследования ее выводят далеко в космос, поскольку на Землю из-за защитной оболочки планеты рентгеновские лучи не попадают. Надо сказать, что старт проекта складывали не раз. Академик Рашид Сюняев этот проект пробивал еще в годы позднего СССР. Затем была новая попытка на рубеже двух веков, но тогдашний премьер России, незабываемый Виктор Черномырдин, отказал в пользу альтернативного проекта. Даже тогда, когда дали уже добро, необходимое финансирование, ожидался старт сперва в 2017 году, потом в 2018, и вот он 2019 год. Но и здесь все было непросто, поскольку планировался запуск в июне, несколько раз переносился из-за обнаружения
некоторых технических неисправностей. Как всегда, нашлось немало злорадствующих критиков над Роскосмосом. Но надо понимать, что любой запуск космической ракеты – это ситуация уникальная, нестандартная, это не конвейер. И потом лучше не раз отложить старт и привести все в порядок, нежели потерять ракету с обсерваторией в принципе. Казанский федеральный университет участвует в проекте в качестве наземной поддержки научных исследований в силу того, что имеет российско-турецкий телескоп РТТ-150 в горах Турции. Только два университета из России участвуют в этом проекте. Это Казанский федеральный университет и Московский государственный университет. Кстати, говоря, к появлению этого телескопа у Казанского университета имеет непосредственное отношение академик Рашид Свиняев и профессор Казанского университета Шаукат Хабибуллин. Символично и то, что проект стартовал в год 225-летнего юбилея великого ученого-астронома, первооткрывателя Антарктиды, ректора Казанского императорского университета Ивана Симонова. 2019 год в Казанском федеральном университете объявлен годом Ивана Симонова. Именно Иван Симонов вместе с Николаем Лобачевским стояли у истоков развития школы казанской астрономии. И уже в наши дни преемственность поколений современных ученых-астрономов подтверждается столь серьезным космическим прорывом, в котором Казанский университет принимает непосредственное участие. Впрочем, давайте посмотрим репортаж, подготовленный нашими сотрудниками. Кафедра астрономии Казанского федерального университета – это первая и старейшая кафедра астрономии в России. Именно здесь еще в 1810 году первые лекции по астрономии слушали Николай Иванович Лобачевский и Иван Михайлович Симонов, которые в будущем стали великими учеными. Для нас очень важно, что вот за многие десятилетия, фактически, можно сказать, вот даже за некоторого застоя в российской астрономии будет вот такое эпохальное событие, когда Россия запустит свою космическую обсерваторию с участием Германии, и мы сможем получать данные, мы, российские ученые, совместно с немецкими учеными, сможем получать данные о Вселенной в рентгеновском диапазоне. В течение 4 лет работы этой обсерватории будет создана карта Вселенной в рентгеновских лучах. Спутник, на котором находится космическая обсерватория, была запущена 13 июля этого года с космодрома Байконур с помощью самой мощной российской ракеты «Протон-М». Отметим, что космический аппарат «Спектр-РГ» создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Миссия аппарата поистине вселенского масштаба – создание детальной карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. А один из главных вопросов, на которые должен ответить «Спектр-РГ», как проходила эволюция скопления галактик за все время жизни Вселенной. Планируется, что будет получена полномасштабная карта неба в рентгеновском диапазоне. Вот это уникальное такое научное предприятие, мероприятие, миссия, как хотите, как можете его назвать, которая поможет обнаружить объекты, излучающие в рентгеновском диапазоне, о которых мы раньше не знали. То есть это другой мир, которые мы не могли зарегистрировать с телескопами наземными, или которые не могли, например, зарегистрировать телескоп Хаббла, или там, телескоп инфракрасного диапазона, или телескоп Планк, который тоже вот работал в точке Лагранжа L2, но он работал в миллиметровом диапазоне, в радиодиапазоне. То есть он исследовал микроволновое излучение. То есть они были предназначены, те телескопы предназначены для других задач. Поэтому спектр рентгенгам будет решать свои задачи, уникальные задачи, которые не могут решить другие телескопы. Глаза спектра РГ – это два мощнейших телескопа – российский Артекси и немецкий Еразита. Таких сложных оптических приборов человечество не делало за всю свою историю. Российский телескоп будет работать в жестком рентгеновском диапазоне. Только так можно пробиться сквозь слои газа и пыли на пути луча к другим галактикам. Жесткий рентгеновский диапазон, в котором будут обнаружены объекты с помощью российского телескопа, это означает, что российский телескоп будет обнаруживать, наверное, самые горячие объекты, которые разогреты до температур сотен, миллионов, до миллиарда градусов. А немецкий телескоп будет обнаруживать более не такие горячие объекты, но которых, может быть, там их больше, большего количества.
Смотреть на Вселенную спектр РГ будет из точки Лагранжа L2, примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Там нет таких сильных помех, как, к примеру, на орбите нашей планеты, а значит, условия для наблюдения близки к идеалу. Отметим, что в Роскосмосе еще ни разу не отправляли в точку Лагранжа L2 космические миссии. И это будет первый опыт по доставке туда российской орбитальной обсерватории. Примерно необходимо 100 суток для того, чтобы обсерватория долетела до этой точки. И очень важно сейчас отслеживать, по правильной ли орбите, по расчетной ли орбите движется спутник СРГ к своей точке постоянной дислокации. Здесь вот в настоящее время важную работу выполняют наземные оптические телескопы российские, начиная от Уссурийска и до Крыма, которые каждую ночь отслеживают положение спутника на звездном небе. И в том числе наш телескоп, полутораметровый, установленный в Турции, телескоп Казанского университета, который мы называем российско-турецкий телескоп, тоже практически каждую ночь, сейчас с 15 июля, выполняет работу по наблюдению спутника СРГ на звездном небе. Спутник выглядит как слабая звездочка, примерно 17-18 звездной величины, то есть глазом вы его не увидите, и с помощью маленьких телескопов тоже не увидите, поэтому нужны крупные телескопы. Но вот особенностью нашего телескопа, установленного в Турции, заключается в том, что там прекрасная оптика, прекрасный астроклимат, потому что это юг в горах Турции, и отличная ПЗС-матрица, которую приобрел для нашего проекта Рашталевич Сюняев за счет средств директорского фонда в Институте Макса Планка. И вот эти в сочетании всего лучшего, лучший телескоп, лучший астроклимат и лучшая ПЗС-матрица позволяют нам сейчас получать среди российских телескопов лучшие координаты спутника СРГ. И эта информация очень важна для Роскосмоса, потому что она позволяет правильно скорректировать орбиту. Среди российских телескопов и университетов КФУ имеет преимущество, поскольку российско-турецкий телескоп установлен в южных широтах за пределами Российской Федерации, что позволяет наблюдать южные звезды, которые нельзя видеть в телескопы, находящиеся на территории России. История его началась еще в 80-х годах прошлого века. Тогда никто и не мог подумать, что он будет использоваться для таких глобальных миссий. Вот когда полутораметровый телескоп мы создавали, так, возникла проблема, где телескоп установить. Он был готов после развала Союза. Я вам сказал, что в России его установить нельзя. Меня все спрашивают, почему вы в Турцию поехали? Да просто в Турции горы оказались, так и в России не было. И вот когда мы установили этот телескоп полутораметровый, он оказался, во-первых, южнее всех обсерваторий российских. То есть он может заглядывать немножко и в южную часть неба, не наблюдаемый, скажем, в Казани. Но самое главное, он и по долготе расположен хорошо. Есть западные страны с телескопами, есть Япония, Корея и Китай с телескопами. А между ними, так, практически, ну есть, конечно, телескоп, но нет хороших телескопов. А у нас как раз по долготе находится в очень хорошем месте. Почему это важно? Ну, представляете себе, японцы открыли какую-то вспышку, да? Они ее наблюдают, потом у них наступил день. А нам нужно мониторить эту вспышку. Передвигается к нам, мы наблюдаем ночью, у нас настал день, перехватывает там, скажем, на Канарах, да? Потом перехватывает американцы, потом опять японцы. И у вас получается мониторинг какого-то объекта в течение там продолжительного времени. Это очень важно, чтобы знать, как ведет себя объект со временем. Примерно через 100 дней после запуска на орбиту начнутся первые исследования, которые приведут к грандиозным открытиям. Я имел счастье быть на космодроме Байконур в момент старта. Наверное, единственное среди представителей вузовской науки, вот совместно с коллегами из Института космических исследований и немецкими коллегами, вместе с там, членами Госкомиссии, которые тоже были, находились на стартовой, на смотровой площадке, не на стартовой площадке, а на смотровой площадке, она находилась в 7 километрах от старта. Вот. Это, конечно, с одной стороны, далековато, но зато мы видели все это в трехмере объемной картинку живыми глазами, как взлетала эта 700-тонная махина. Это фантастическая картина, конечно, была, взлетающая ракета. Один раз в жизни это надо увидеть своими глазами. И просто восхищаешься вот, ну, профессионализму и вообще-то достижением страны, которая смогла создать такую мощную ракету. Конечно, истоки этого еще в Советском Союзе находятся, когда создавались вот крупнейшие производства по изготовлению таких ракет для выноса тяжелых спутников. А спутник, в общем-то, тяжелый, это примерно 3 тонны. И вот для того, чтобы вынести 3 тонны на околоземную орбиту, нужно потребовалось 600 тонн топлива.
И вот эта трехступенчатая ракета «Протон-М», она три ступени в течение 10 минут успешно отработали и вынесли телескопы вместе с разгонным блоком на околоземную орбиту, примерно 300 километров. На этом я прощаюсь с вами. Вы смотрели программу «Контекст» телеканала «Универ ТВ». Если пожелаете посмотреть телепередачи телеканала «Универ ТВ» в записи, то вы можете это сделать, посетив наш сайт. Набираете в любой поисковой системе Google или Яндекс телеканал «Универ ТВ». Появляется ссылка на студенческий телеканал «Универ ТВ». Нажимаете, и вот вы уже на нашем сайте. Все программы, которые произведены силами университетского телевидения, здесь представлены. Приятного просмотра. Всего доброго. Вел программу Ильдар Каримов.